Привет, ребят! Сегодня мы будем играть на Марсе. Меня недавно оттарабанил один из смурферов. Я, ну, типа, просто играл, не помню, по-моему, на этом аккаунте как раз, на низком рейтинге. И я бегал в Юзбугира, и меня чел бегал на Марсе ваншотал со второго скилла. Причем я играл реально, ну, я очень старался. У меня был и сатаник, и я закупал там Magic Resist. Короче, я прям very старался, но выиграть не смог. Буквально потому, что Марс ваншотает. Но не в курсе, что реворкнули. Во-первых, ну, изначально, как это работает? Ваш вот этот скилл третий дает 300% дэмэджа с вашей тычки по области. То есть вторым бьешь, бам, второй скилл прокает. Дальше у тебя будет талант на дальность год ребьюк, у тебя будет перезарядка год ребьюк, и у тебя будет крит урон год ребьюк. Все это работает вместе со всякими тыкулями. То есть, если вы играете... Так, я звук погромче сделаю себе. Если вы играете на Марсе, то вы, по сути, весь свой урон переносите в тычку. И вы думаете, ну, типа, в лейте же армора много, да? Но есть такая бр, вот эта штучка. Она дает тебе 70 урона вампиризм заклинаниями, но что самое важное, ваша тычка начинает наносить урон от магии. То есть все, что вы нанесли, это магический урон. Если я правильно помню, да, магический. Соответственно, в этом патче еще реворкнули так, что теперь... Атаки, совершенные способностями, не расходуют ману. Второй скилл является способностью, поэтому вы ману не тратите. Теперь подумаем, что мы можем сделать билд, который рассчитан на то, чтобы ваншотать вторым скиллом. Причем он намного проще, чем в прошлых патчах. Ну, мы пойдем на мид, понятно. Я этим билдом буду играть впервые, но я повторю, что чел против меня покупал, потому что он явно понимал, что делает. На линии мы точно будем играть через второй, потому что, ну, буквально с ним можно и мид прохарасить, и крипа добить. То есть, very удобно. У тебя не растет ММР? Заходи на AnyLevel. AnyLevel – это сервис номер один в СНГ по бусту рейтинга. Зайди на сайт и просто выбери, сколько рейтинга хочешь получить. А AnyLevel выполнит твой заказ с гарантией результата. AnyLevel – это самые лучшие цены и быстрое выполнение без рисков. Ну а если ты потерял свой аккаунт после бана оверплюсом, то на сайте ребят есть более 500 учетных записей от 1 до 9 тысяч ММР. И самое главное, у них ты получишь полный доступ и перепривязку на свой email. А еще на AnyLevel скупают аккаунты. У ребят самые лучшие и выгодные цены в СНГ. Кстати, деньги они выплачивают прямо на твою карту. Ну и по промокоду SHISPITCH тебя ждет скидка в 15%. Ну что ж, увидимся на AnyLevel, друг. Приятного просмотра ролика. Вот мы так вот постоим, подгоняем крипочков. Нет, ты чекует, он стоп, но мне все равно. Вот, отлично. Купим ботл, будем контролить руны и выйдем через билд сапог Радик. С Радиком мы уже сможем фармить, плюс у нас будет большая тычка довольно-таки. Фишка как раз таки этого билда. Не достал немножко копьем, я хотел копьем прокинуть. На самом деле Марс супер скиллшот герой, на нем прям тяжело кнопками подать. Но у меня получится. Благо потом я всех ваншотаю. Чем мне нравится этот билд, что он реально ваншотает в лейте всех. Не могу за дальник кейситься, никак. Что такая пачка большая, дружище? Под башню не хочешь, да, заводить? Бля, как неудачно отскок пошел. В его случае он добил меньше крипов, чем я даже. У него там буквально два крипа, скорее всего, добито. Ну, у меня не самый лучший, на самом деле, старт. Ну, я еще немножко рассмешнился в начале. Я смотрел РУТП с Игорем Майтенко. Как начать зарабатывать деньги, и он предлагал дома порно снимать. Я что-то эту хуйню посмотрел в начале, мне так смешно стало, вы не представляете. Ну там, типа, фразы, вырванные из контекста, нереально смешно выглядят. На, отец, сука. Все. Учитывая, что тот смурфачок, который играл против меня, меня победил, я могу уверенно сказать, что этот билд, ну, слишком просто работает. То есть ты буквально, купив брошку, уже начинаешь ебать героев. Друг, ты что-то еще ебанулся, по-моему. Просто реально, ну, типа, он, видимо, чувствует, что я какой-то такой... Сонненькие немножко. И так вот играют. Но нас за такое надо наказывать. Так, мы точно делаем сапог и рейденс. Будем играть максимально жадно. Будем мало помогать команде. Ну, это понятно, с чем связано. О, ты не будешь, да, под башней грифов добивать, дружище? За руны в приоритете идти. Ты в курсе, что я тебе недавно мид вернуться теперь? Ты всю пачку под башней въебешь. Видимо, в курсе. Въебал фул пачку за это. За эту руну. Не очень выгодно для него было. Благо, у нас все хорошо.
Блять, да как крипов добить? Вот так вот буду добивать. Найс. Ну, понятно, будем играть через прокаст. Блять, меня надоедает на Рубик. Найс, не добил. Ну чё, с арены я с ним побазарю еще лучше. Ебанутый на Рубике? Чувачок. Давай, валяй отсюда. Кидает меня своей клешню. Дай мне просто пофармить до Радика, дружище. Чё такой наглый? Прибил. О, он меня откинул. Я думал, под башней кинет. Я не хотел особо хп терять, но раз так сыграл, то я даже не против. Мне очень нравится тычка Марса, он такой прям красивый очень герой. Так как добить крипов, да ё-моё. Так, у меня патч хорошо стоит, я в принципе реально могу урону законтролить сразу же. Он без батла, он через говно закупается. Че странный этот билд у него, тупо ВМС играет. На медовом Рубике, казалось бы, да. Не знаю, у меня есть ощущение, что на такого Марса нужно бросок делать. Что тебе вначале дэмэдж необходим, повышенный. Но я не могу крипов на него добивать, у меня не получается. Просто не идет. Все, второй за макселем. Я думаю, еще стоит джунгли подстакивать на нем вот этот кемпик. Не буду прибивать его. Трата маны, помойку. Так, просто на очко его посаживаю. Найс, дальний кого не попал. Да ё-моё. Нормально, живем. А в чем интерес так на миде стоять? Без батла просто выживать стоять. Это ж неинтересно даже. Мне было падло за ним идти. Пусть он стоит на лоу хп, боится, крипов не добивает. Я с кайфом все это прокачаю. Ну, Марс сильный лайнер, на самом деле. Даже учитывая, что я на нем мусор. Я кларить, я зря куплю. Да и капля мне зря нужна. Мне нужен вард. И, в принципе, я стих загрею, чтобы слота не было. Я одну кларить, ну все, этого хватит. Мне нужна мана, чтобы ультимейт нажать сейчас. У меня хватит маны на прокаст? Нет, не хватает, мне же чуть больше. О, пиздануть его вторым, на самом деле. Он играет на Рубика как саппорт. Он и лайнит плохо, и фармит мало. Нет такого, знаете, ебательского менталитета, чтобы идти именно в мид выигрывать. Не, он ебанутый, я говорю. Человек ебанутый. Что, есть? Есть инвиз. Транквилла высрал. Я не знаю, мне вроде не хватает, чтобы его убить. Надо просто пробить его немножко. Я думал, смогу под дерево попасть. Но и так даже, на самом деле, ну, не хуже. Так даже не хуже, чем я думал. Он фулл от пачки отзонится. Если он подойдет, арену в еблище получит. Все, зоним его от пачки. Мне бесит его наглость, пиздец. То, что он так вот играет. Ну, он фулл пачку въебал за это. На самом деле... Что ты делаешь, друг? Че, куда пойдешь? А, чувак терпилыч. Ты реально будешь дальше стоять? Разве недостаточно объяснил хорошо, что тебе не стоит тут быть? Да, видимо, недостаточно. Че нужно будет объясним. Спасибо. Мне на Рубике, конечно, прикольный чувак такой, веселый. Весельчак. Весельчак-выживатель, я, по-моему, назвал. Make a big mess. Не, вообще билд через танкила мне нравится, он пизды получает, а потом стоит, кайфует. Надо сходить за... А, баунт тоже забрал Мирана. Ну, тогда я пойду. Заберу его баунти, скорее всего.
Вообще не боится. Стоит, тычкует. Ты что ты делаешь, друг? Ебнулся совсем, что ли? Ебанулся. Не забьешь? И куда ты идешь? О, позвал друга. Бытовые друга я могу и наебашить, на самом деле. Мне надо... Не, как будто бы фейзы необходимы в этом билде. Сейчас придумаем что-нибудь. Подойдешь? А, он все еще тут стоит. Друг. Ой, чувак. А у меня не получается говьем пригвоздить. Не, ну это на самом деле очень сложно. Типа, серьезно, это прям трудно. Есть так, Тим? А, найс дальность, кстати. Не, вот хекс, да, будет сейчас, да, падло идти. Бобки у Марса ебанутые, и герой сильный, но я на нем вообще не умею играть, как будто бы. Ну, у меня мана нет. Чувак прям уверенный. Хорош, машина. Легенда. Не, ну он реально очень хорошо играет. Если бы я еще играл как человек, то цены бы мне не было. Но я играю очень плохо. Я не буду искать оправдания, просто, ну, как факт. Не скажу там, что не выспался и т.д. Я сегодня охуенно поспал. Охуенно позавтракал, попил тигуанин. Я сегодня хорошо себя чувствую. Просто, ну, не получается. Такое бывает. Нельзя каждый раз играть хорошо. Поэтому такое бывает. Мне вообще не везет народа. Да, фармить, конечно, на Марсе сказка. Думаю, дальше будет с Радиком еще легче. Давишь аркашки. Можно не давить. Что-то ребята на Рубика прям все вышли. И прищелнишь его? Я специально тебе оставляю. Хлопнешь его? У тебя ульта есть. Хорош. Ну что, он зря шел? Я же за братишку, правильно? Я же не буду типа крысить, он там пришел и не получил заряд ульты. Оно мне надо? Это, конечно, нет. Что мне ребята ебут. Я думаю, игра все равно подзатянется. У них джиггернаут, нам сложно будет его нападать вначале. Поэтому игра по-любому подзатянется. А дэмэдж сказка. У меня уже сакрет сейчас. Там билд, сакрет, брошка, блинк и радик. О, сакрет, радик, брошка, блинк, рапира, рапира. Вот. И ты ваншотаешь любого героя на карте. Минус в том, что БМы могут помешать, на самом деле, но сложно среагировать против Марса, у него кнопки почти без анимации. Найс. Ну, мы берем дальность God Rebuke точно, мы же через него играем. God Rebuke. Мне какие-то ребята ебанутые попались, смотрите. Трипл килл на Каксе. Все, едет сакрет. А, что это? За лаги были, непонятно. Ну это читы, ребят. Это читы. Сразу в топ ТП вдавлю. Я думал, не убью дальников, кстати. Но с сакрадом дэмэджа поприбавилось, вот я признаюсь. Прям намного приятнее стало играть. Буквально дальники ваншотуются. Сейчас проверю, конечно, по темпу. А, так у меня кентавры маленькие ваншотаются с ним. Ё-моё. Прикольно. Ну и сакрет очень апает. Мне очень нравится. Ну тут только дуэлист глоу на дэмэдж. Вам. О, так слышишь, у меня 500 уже. У меня уже 500. И это без всяких талантов, без радика. Вау. Не, ну это круто, лол. Смотрите.
Вау. Не, серьезно, слышишься? Типа, даже если вы самый безрукий Марс, как я, имея просто год с ребюк, ты можешь компы ебашить за секунду. Это very круто. То есть вот, буквально вам. Да что это, блядь? Алло. Что происходит? Что это? Что за лаги? Сегодня в России, на самом деле, лагает что-то, но у меня не лагало до этого. Вот именно сейчас лагает. Странная хуйня. Ну, берем ешку. Полезный скилл. Заебенье вот так вот. Радик появился. С Радика можно иншей плюс... ну да, иншей в принципе забрать. Причем я бы, наверное, забрал бы этих, пробовал бы вот этих успеть стакнуть. Но это почти Unreal. Да, да, это Unreal вообще. Ладно, просто вот этот кемп забью, вот этот стакну, заберу руну. Так вот вывожу, чтобы Радиком стакнуть. Это фармлю, это стакаю, забираю руну. Вроде идеально. Так, дальше тревела для скорости фарма, чтобы быстрее выйти в лейт. Ну, понятно, еще ТП-шку перед этим куплю. Что-то меня ребята ебут, да? Что-то ебут. Ну, Тускар уравнивает шансы. У меня, судя, билде в другом немножко. Я не могу им помочь, к сожалению. Ну или к счастью. Да, наверное, к счастью. Я бы забрал бы на самом деле руну, но падло бежать туда. Пусть Ак забирает для него эту руну, тоже прекрасно. Кайф. Идет с ребёк, очень приятный скилл. Да и с Радиком на самом деле very круто фармить. На удивление. Он на Марсе, он так хорошо сидит, прям комфортно играет. Все, ребята уравнивают шансы, ура. Рики отдал стрик. Ребята молодцы. Актеры, если что, играют, ребят. Пачку ваншотнули. Берем лотосы. Все, дальше... грейженную брошку. Бррр. Делаем бррр. Так вот. И там уже дамаджа много будет. Да, мне на шипак стрик отдал, он какой-то ебанутый на Аксе. Акс, можешь фиданешь? Ой, какие-то ебнутые. Враги даже не забрали руну, мое почтение. Спасибо. Это актеры в лобби, если что, это не люди. О, Робин. Здорово, здорово. Я, по идее, должен его в соло убивать. Только вопрос, надо ли это? Я думаю, нет. Это слишком игру упростит. Она и так пиздец просто выглядит. Ну, типа, реально, враги прям вообще импотентные какие-то. Их пиздит моя команда без меня. Было бы круто, если бы моя команда ныла бы, что, типа, у нас все плохо. И я потом такой вышел и с рапирой пизданул. Но он лаг. Я не могу сам это делать. О, о, Акс легенда. Акс, возможно, фиданет сейчас. Блять, Омника убили. Раста убьют. Соло. Бля, мы реально в меньшинстве играем и побеждаем. Насколько нужно врагу насрать на лицо. Ну я повторю, я не хочу прям в этом участвовать. Мне нужно накачку. Провела сделаю. Чтобы быстрее качку устроить себе. Перезарядка год с ребёк. Ну понятно, да, это самый лучший талант из возможных. Вотчера захватим. Сейчас ребьюком ударим по кемпу, просто бэм. Сказка. На было кэри Марса такого брать, было поинтереснее. Потому что геймплей как у кэри на самом деле. 9 бронет киллблейд, это просто пиздец. Человек 9 раз шелнул за 17 минут. Вот лететь? Пока нет. Иншей закачаю, потом полечу. Тут на дэмэдж что-то, на дэмэдж ничего нет такого. Вот эта, кстати, штука, возможно, работает на брошку, я не уверен. Ну, типа, мне ничего из этого не нравится, на самом деле. Ну так, плетушку возьму, просто прессы были. Добьется? Не добьется. Unlock. Это вот это кайф, вот это лютый кайф. Лютый кайф. Бам. Волшебно.
Это стакнем. Акс фиданул. Все, наконец-то игра уравнялась. Ура! Кайф. Спасибо, Акс, огромное. Так, ну дальше Сакрад по-любому сначала. Потому что уже буквально с Сакрадом я уже смогу делать приколы. Это мы закачаем. И за щитом пойдем. Ура! Команда дала врагу немножко подышать. А то это просто пиздец какой-то был. Их ебашили и ебашили. Играть было невозможно. Но если вы хотите такое повторить соло и мемем, понятно, что у вас не всегда будет игры с фри командой. Вы можете взять офлайн Акса и просто, по сути, играть как обычно. Просто потом в один момент игры купить брошку рапиру. Ну, типа там всякие фейзы, Владмиры, да? Потом в один момент просто берешь рапиру. Это нормальная тема, так делают прошники. Там ваншоты и кэрри на любой стадии. Это нормальная штука. Да, сложно по попаданию скиллы, на самом деле, у Марса прям. Ими трудно попасть полноценно. Нужно прям чувствовать их. Найс. Одно кларите мне, и после этого в лавку курицу. А, не добил же тебя, да? Unlock. Сово хай добил, поэтому на линию пойдем. Я, наверное, лес закачаю. Смысл мне на линию идти? Смысла мало. Что там у нас? Умник нихт. Ихвиль нихт. Ну, вроде как они опять умирают на союзниках. Мне это нравится. Но недостаточно. Казалось, что типа все не очень хорошо. Но впечатления оказались обманчивы. Топероном. 20 минут ебашу крипов. Дуроу. Дуроу. Самое прикольное, что команда ничего не говорит. Все молчат. Это не очень прикольно. Когда мы реакцию не увидим особо. Не, я не буду бить. Мне впадло. У меня фармилово идет. Если я пойду с вами, то фармилово будет плохое. Так, если умрет, то он будет в тильте. Колоссальном. О, блять, у него маледик. Это плохо, мне больно. Надо визум забирать, очень важна руна. Маледикт, конечно, у Рубика, это ужас. О, это уже другое дело. Это уже другое дело. Это по-нашему, это по-славянски. Сейчас сложный выбор, полететь за виздом или в бот нажать ТП, чтобы убить две пачки. Я могу без ТП прибежать в бот, зафармить и уйти в топ. Во-во, вот это уже дотка, вот это дотка уже, вот это мое. Бам. Во-во-во, об этом и речь. Все, ура. Игра стала той, какой я хотел. Ура. Я сделал для этого примерно все. Не сделав ничего. Почти брошка есть. В принципе, даже с таким билдом уже можно... Ух ты, я сейчас могу ваншотать. Ну, типа не ваншотать, но большую часть хп сносить. Зачем радик-то? Так как брошку купить без радика, дружище? Хорошее было копье, кстати. Мне понравилось. А как я куплю брошку без радика-то? Фармить-то надо как-то. Ну, я думаю, урон уменьшим по себе. Хотя оглушение тоже прикольно, но лучше урон. Так, дальше блинк и рейдианс. Ой, блинк и рапира. Могу разобрать радик, купить брошку. Зачем? Я могу потом разобрать. Я потом разберу радик и куплю рапиру. Feeling good.
Но новый мед — это факт. Типа, это прям очень, это very умно. То, что ты можешь разобрать радио, купить рапиру. Это очень круто. Руна хорошая. У меня левел ебейший. Я очень рад, что меня команда подспейшивает. Игра как на БХ, на самом деле, такая же. Так. Хочу проверить по даггеру демо. Блядь, чувак. Ну, слушайте, уже неплохо, но хотелось бы побольше. Хотелось бы побольше демейджа. А буду я с брошкой по башне на Сиберон? Да. Прикольный звук. Так, я хочу на инчах проверить удар с брошкой. Надо как-то переложить на слот, на который удобно ее выключать. Смотрим, бам. Ну, нормально, но типа не с рапирой. С рапирой будет вкуснее. Рапирой будет вкуснее. Бринг делать... Да, я думаю, бринг можно сразу же сделать, чтобы килы начать делать уже. То мне надоело просто крипов бить, скучно. Так, топор продаем. Бринг летит. Ой, прыгает, прыгает, красавчик. Что, получится? О, там гост есть. Ну, кстати, это прикольно, что они покупают все хпшки. Можем посмотреть, сколько у них будет дэмэджа по ним входить. Смотрим, Мирана. 1000 хп. Блять, это так плохо. Это very search. Это было very search. Она просто с упора не попала, бля. Это было very unlucky. Ну, слушайте, нормально, нормально. Нормально, конечно, и блич теряю. Нам, ну, мне нужна рапира железная. Без рапиры дэмэдж не тот. Там с рапирой весь кайф начинается. Поэтому мы в качку идем. Пока что даже брошку включать не надо. Она вот просто есть. И пусть будет. Потом включим. Пока что мало дэмэджа. Очень обидно, что я не попал по Миране. Она бы, скорее всего, откисла бы. Да, мне нужен Мандриген будет брать. Я думаю, Сакторина можно взять. Сакторин много Мандриген дает. Ну, либо просто хилиться постоянно на фонтане тогда. Что тоже хороший план может быть. Так, выпили. Курицу в лавку. Там 25 еще даже получить, на нем тоже сильно тапнется брошки, с брошки тычка. Ну как сильно? На 65%, это дохуя. Бам. 800. Ну типа, вроде как много, но хочется больше. Мы можем уже рапиру сделать, пожалуй. Да. Разобрать, включить форку. Смотрим. 1700 скрита без брошки. Все, сейчас ищем драчку с брошкой. А, бля, там, блин, кануться как-то. Давайте нажму ТП, проверю тычку с брошкой по кому-нибудь. Ну, слушайте, я почти ваншотнул героя. Я ваншотнул почти Рубика, у которого сколько хп на секундочку? 2000 хп. Рапира не разбирается, к сожалению. Ну, тогда новый просто сделаем. Уже неплохо. Причем я могу начать опять с Сакрита, пофармить. Так, что там на дэмэдж есть. Ну, это типа такое, скорость атаки, мне именно дэмэдж нужен. Это сопротивление эффектом неплохо. Неплохо, но не то. В ответ тычку откинуть звучит неплохо, потому что она постоянно будет прокать, а тычка у меня ебейшая. Ну, скорость атаки мне не нужна, МС не нужен, это все мне не нужно. Ну, типа, не-не, это все хуйня, мне только вот это брать. Улитку. Заходит улитка как-то в бар. Говорит, мне, пожалуйста, рапиру и брошку. И так, на. Я в итоге улитка. С рапирой и брошкой.
Прикольно, что это с этой хуйней я могу бить в ГОСТ. То есть ГОСТ Рубика буквально его не спасает. Я бы даже сказал, что хуже делает, как будто бы. Потому что у него будет повышенный урон от магии. В госте. На сколько? 25? На 40%. То есть это вообще пиздец. О, я могу бить, по идее, во второй Омник. А, кстати, во второй я не уверен, лол. Лол. Я, кстати, насчет второго не уверен. Насчет ульты точно смогу бить. Насчет второго не уверен. Но я точно уверен, что вторая рапира позволит мне уже ваншотать героев. То есть я с одной рапирой сношу 2000 хп. Причем именно хп... А, я Джаггер уже могу ваншотать. То есть у Рубика хп больше, чем у Джаггера, значит Джаггер уже могу ваншотать. Надо тестить это срочно. Потому что я убил второго по жирности героя на карте. Рубика с 2к хп. С филактерией гостом. Получается Джаггер, у него хоть и типа много брони, но мне на нее похуй, потому что брошка магический дэмэдж мне делает. Поэтому я сейчас должен на Джаггере это тестить. Пожалуй, сейчас этим займусь. Попробую забрать в боте руну какую-нибудь, если он там будет. И буду искать Джаггера. И, кстати, возможно, я его второй скилл не смогу ударить. О, это, кстати, очень хорошая руна. Я включу брошку. Попробую с этой руной найти Джаггера. Скорее всего, есть варда, я думаю, на этом глазике. Но его мы обойдем, а на другой пойдем. Я пойду дальний КМБ посмотрю, потому что Джаггер, скорее всего, там есть. Руну брать не буду. Тут зафармлен КМБ, значит, скорее всего, Джаггер тут где-то фармил. Я очень надеюсь, что тут нет варды, потому что рапира въебывает супервлом. А если это был бы вард, они, скорее всего, захватили бы вечера. Я хочу с брошкой пиздануть по кому-нибудь... О, Джаггер тут. Ну, блин, мне туда падло бежать, надо найти кого-нибудь другого. Туда реально бежать просто далеко. Может быть, он нажмет сюда ТП и пойдет фармить. Это вполне вероятно. То, что я не могу никого найти, это кринж. Это ля кринге. Ну, unlock. Ну, unlock произошел, чё. Вери хотелось убить, но не вышло. Вот это Вери сильно, что отражается удар. Джаггер ТП нажал. Ну не везет, типа, не дошел Джаггера, он решил пробить почему-то наш лес. Видимо, уверен, что я его там не найду. Мне нужен Радик скорее. Без Радика невыносимо фармить. А вообще можно слетать, дать в еблище кому-нибудь с брошки. Джаггеру там уже. О, он закрыт в вардах. Сколько хп? 2000, блин, ну мне не хватит, ребят. Этого хватит. Мне не хватит. А, он не так вот. 5 секунд, блин, у меня. Так, просто пизданул его по спине разок. Должно хватать сейчас дэмэджа на Джаггера с демонейджем. Как будто бы. В прошлом патче, когда ты второй скилл нажимал, если ты в апачке бил, у тебя сразу же минус фулмана. Сейчас она не расходуется, что вери круто. Да, я ж могу Рошана еще пиздануть, очень болезненно. Я вообще 25-й из хороших новостей. Может, Дэшка в топе будет? Вот, как говорится, Дашка на монтаже подставила ДДшку. Как обычно. Так, идем проверять брошку на дэмэдж. Не сбили, блин, суки. Ну, слушайте, в этого приятно ваншотнул. Че, может, Торментора их убьем? Я пиздану вторым. Че, на Мирану, подожди, я подойду на Мирану сейчас. Ну давай, новичок доктор, слышишь, осторожней, дай в себя глиммер. Ну. Бывает. Да, еще. Все, дэмэдж, год ревью. Видели? Во время полета лотоса я успел нажать
И у меня в фуловый инвентарь положился новый лотос. Я не знал, что так работает. Нихуя себе. Интересный демейдж. Маны, правда, много раз упадаются на тычке. Не буду тратить тогда. Забирай на рекен, пожалуй. Забирай, забирай. Ты чаще деряешься, я аккуратно играю. В принципе, могу вообще на хуя забить, на этот сакрет, продать его, купить рапиру себе. Думаю, супер верно. Все, сейчас мне хватает на ваншот любого героя. Вот. Это вот финальный билд, 32 минута. Пойду трайну ваншот кого-нибудь. Это 3400 хп с удара. Любому. То есть, без армора это работает. То есть, неважно, сколько у человека армора, это всегда прокнет. Поэтому мы сейчас пойдем трайним. ТП у меня когда 9. Unlucky. Ну, может, найду кого-нибудь. Мне бы, знаете, что? Вот этот блинк сделать, чтобы чаще блинковаться. Вот этот блинк. Провала у меня есть. А, найдем кого-нибудь. Так, парни, мне надо дэмэдж затестить. Не пугайте их. Затестил. Дэмэдж есть. Сейчас затестим еще разок. Дэмэдж есть. Бля. Дэмэдж есть, ребят. Я просто уебал. Дэмэдж есть. Ну куда вы пушите? Ну дайте в доту поиграть, ну заебали. Я только начал. Дайте в доту поиграть, куда вы заканчиваете? Я, блядь, первый раз поиграл таким билдом, и ребята хотят закончить побыстрее. Вы чё, блядь? Ты чё, сука, ты чё? Да, объясню вам, я тут. За братика, блядь, за моего. Я хочу джаггера пизданать. Сейчас, лестница. Не пугайте только. Собор, я лес хуярить, давайте. Все, найс. Бля, я кэри ваншотнул вражеского. Ну как так было? Как так? Ну как так? Мне, в принципе, даже рапиры больше не нужны. У меня все есть. Типа, серьезно, я уже ваншотую героев, зачем мне третья рапира? Я бы начал. Не узнали. Да приятно. Я иду тебя резать! Мега крипов. Ну, звучит как клан. И помучаем! Чувак, мы их и так уже мучаем. Куда вы еще-то, блядь, мучаете? Ты че, ёбнутый? Ну, я подвиду чуть-чуть. Что там еще? Октарин нужно сделать, чтобы чаще это делать прокаст. Вот он. Ну, две рапиры, кстати, вообще enough, чтобы любого героя бить, я так понял. Понятно, что там, если у чела будет 4000 хп, это будет сложнее. Там мне уже будет просто третью сделать рапиру, и все. Так, тут варда не должно быть, пойду шотать. Либо сдохну просто. Хотя, прикол Марса еще в том, что он не труба, он не ту, не, не этот. Он же типа, ну, нихуя не персонаж, который легко убить, которого. Поэтому я думаю, тут... По Джаггеру не попал анлок. Сори. По Джаггеру не попал, сейчас бы Рэмбридж был бы. Ну, это имбовая сборка, серьезно. Сюда, он говорит, помучаем, а кто дефит-то будет, блять? Не слушайте этого дурачка. Вы тут за меня ебашились 25 минут. Там он реально не понимает, что его команда... Что моя команда дала мне шанс поиграть это, этим билдом. Бля, ну вот. И вот и все.
Я могу об Торментера сдохнуть, по идее? Бля... Ребят... Вы чё? Блять, ну ребят... Ну ребят... Бля, враги не задефают. Я же просчитываю, что они задефают? Пробую? Не, ну никак. Никак, unlock. Похуй же. Ну ладно, игра была прикольная. К сожалению, я реализовал всего раза 4 это, но вы сами видите. Но тут не важно, как ты играешь, ты просто чела фаншотаешь хуйней. Победа! Победа! Тут не важно, как ты играешь. Типа, если ты покупаешь две рапиры, блин, то ты начинаешь ваншотать людей. И я не знаю, что с этим сделать, блядь. Я не знаю, что с этим сделать. Ну как я могу игру сделать сложнее, правда? Ну, типа, найти, где команда фидит? Возможно. Ну, типа, это пиздец не от меня зависит. Ребята за меня, ну, ебали. Ну, просто сам факт, что ты в один момент ваншотаешь вражеских коров, это пиздец. Типа, буквально, у врага Джиггернаут бегает с мантой, с силой. Его просто ваншотает. Он еще эту хуйню взял. Я не уверен, стакает ли она. Но это была ржачная игра, на самом деле. Ладно, так вышло, ребят. Если, давайте так, наберете 1500 лайков, и напишите в комментах, залайкайте, что нужно перезаписать Марса. Я на днях это перезапишу. Но меня, в принципе, устраивает игра. Если вы хотите найти, чтобы я нашел сложную, я сыграю игр 5 на нем за вот озвученное количество лайков и найду что-нибудь посложнее. Ну, типа, какую-нибудь игру, где мне команда будет играть хуёво. Может, рейтинг повыше найду, не знаю. Хотя на рейтинге повыше я не факт, что куплю эти айтемы. Но что-нибудь придумаю. Вот так вот, ребят. Ладно, спасибо за то, что смотрели. Всем удачи, всем пока. Давайте до завтра. Завтра вечером увидимся.